С первым снегом в Кирове боролись 36 бригад. Было распределено 185 тонн песко-соляной смеси и 12 тонн специального реагента «Бионорд». Об этом рассказали подрядчики сегодня на оперативном совещании у главы администрации города. По данным дорожных служб, сегодня утром техника обработала мосты через Вятку, а также участки, где существует повышенный риск образования ледяных накатов. Вся техника находится в круглосуточном режиме повышенной готовности. Глава администрации Илья Шульгин, обращаясь к подрядчикам, подчеркнул, внимание необходимо уделить не только проезжей части, но и тротуарам, сходам, спускам и лестницам.